Дорогие друзья, я опять с вами и мой канал «Мой прекрасный сад». Я хотела вам напомнить о том, что как раз мы собираем урожай, последние сорняки пропалываем, кошение, и как раз нам сейчас и понадобятся черные мешки для того, чтобы мы туда вот это все клали. Если вы помните, я уже весной делала об этом небольшой фильм и рассказывала. Ну, мы собираем все растительные остатки, как я уже говорила, после прополки, после кошения, ботву от кабачков, огурцов. И мы все туда кладем, завязываем. Я вот кладу на всякий случай, чтобы не порвалось, в два мешка. Плотно завязываем веревочкой и, естественно, все это вот я кладу под стол. У меня на улице стоит стол, и я под него кладу. Вот. Он вполне может быть на улице, эти мешки прекрасно вот до весны. А весной мы, как правило, приезжаем на майские праздники, и у нас, может быть, иногда не бывает времени выдержать новый какой-то, создать удобрение. А этот мешок мы можем сразу открыть и пользоваться вот этим удобрением сразу же, как приехали. Причем я хочу сказать, что этим удобрением я поливала все время, кормила свою петунью, которая у меня была в подвесном кашпо, и она себя чувствовала прекрасно, несмотря на погодные условия, не очень хорошие в этом году. Это сначала дожди и холод, потом жара. Вот, но чувствовала она себя прекрасно, и я на следующий год обязательно повторю свой эксперимент. Конечно, это удобрение нужно разбавлять. Я уже говорила, как правило, 1 к 10. Но вот мне хватило по чуть-чуть, для кашпо это очень много. Мешок я растянула и убрала, это, в общем, до конца сезона было, убрала только недавно, буквально где-то день тому назад кашпо. Ну, вот видите, уже все желтое, осень. Я уже уезжаю с дачи, поэтому вот мне пришлось его снять. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, совет мой будет полезен и вовремя. И надеюсь, что вы им воспользуетесь. До свидания, мои дорогие друзья. До встречи. Мешок уже почти заполнен. Мы продолжаем класть ботву. Вот. Достаточно, и мы сейчас мешки завязываем.